Художественная школа номер 13 уже 6 лет ждет собственного здания. Петербургские власти будут добиваться того, чтобы деньги на строительство учреждения были выделены в 2017 году. В течение 16 лет школа художественная арендовала площади в школе общеобразовательной 508. После того, как летом 2008 года там начался капремонт, профильным классам пришлось переехать на Свяборскую улицу 23. До сих пор здесь и остаются. Специалисты констатируют, что такое положение дел не соответствует нормам, так как этажами выше располагается общежитие. Элементарные бытовые вещи, протечки, которые возникают в общежитии, они сказываются на первом этаже, где располагается школа. Поэтому, конечно, за счет текущего ремонта невозможно все время ремонтировать потолки. Все предписания, которые оформляются администрацией района в адрес общежития, не выполняются систематически. Чтобы учащиеся могли нормально заниматься творчеством, еще лет 6 назад на проспекте Космонавтов юго-восточнее дома 47 планировалось строительство 4-этажного здания. Но до сегодняшнего дня удалось получить только проектную документацию. Время не терпит, поэтому чиновники из комитетов по культуре и строительству пообещали, что всеми силами будут добиваться включения объекта в адресную инвестиционную программу на 2017 год.